В Якутске может появиться производство сырной продукции. С такой инициативой к первому заместителю председателя правительства Якутии, министру экономики Алексею Стручкову, обратился представитель компании, занимающейся сбытом молочной продукции, сельхозпредприятия «Манчары». По словам дистрибьютора, в городе периодически наблюдается превышение предложения молочной продукции над спросом. Вместе с тем, в столице республики производство сыра не особо налажено, а цены на привозной сырный продукт из-за проблем с логистикой высоки. В связи с этим компания разработала проект по созданию в Якутске производства сыра разных сортов. С таким предложением и я вышел на Алексея Александровича. Он поддержал проект наш. Договорились о том, что мы предоставим ему бизнес-план, какие-то обоснования, там, примерные сроки, там, суммы, цены и так далее. То есть, ну, в принципе, проект одобрен. В общем и целом, будем надеяться на то, что у нас что-то получится, и в ближайшем времени в городе Якутске появятся сыры от местных производителей все в большем объеме. Все-таки они сейчас представлены, но не в таком количестве, в котором хотелось бы.